Скажи всем привет, Виса. Что-то там увидела. Кто там такие? Кто там? Виса, что там такое? Что там такое? Чего там в окошечке? Ой, кто там бегает? Никто? Тебе показалось? Всем привет, ребята! Всем привет-привет, всем хорошего настроения. Вы видите человека, который сегодня проснулся в 4 утра. Не знаю, что со мной, проснулась сегодня в 4 утра, и все. В общем, кошмар какой-то. Что у меня с розочкой случилось? Ой, слушайте, у меня розочка вся в этом. Сейчас надо с ней что-то делать. Надо с ней разобраться, с розочкой. Ай, короче, рассказываю вам, что у нас вчера было. У нас вчера такие новости. Мы купили, точнее, уже привезли. Та-дам! Новый холодильник и новую газовую плиту. Та-дам! Мечты сбываются. Это Samsung. Можете посмотреть, это Samsung. У него управление здесь. И что круто, Дима здесь еще не устанавливал. Он коперирует с телефоном. Здесь есть программа даже такая, которая... Ставишь тесто, и оно поднимается, то есть специальная температура, где просто тепло, но не печет, а просто тепло. Вот. Также фритюрница здесь есть. У нас здесь, видите, здесь какой разгром из-за этого. Мы вчера здесь все собирали, но так доубраться я не успела, потому что это было очень уже поздно. Вот фритюрница. Вот, видите, газовая плита делает даже фритюр. Вот, обалденная газовая плита. Здесь ставится еще такая пластина кучугунная для стейков. Офигительно. Но вот то, что мне нравится, вся программирование ее. Здесь бейк есть, там фритюрница, потом чтоб хлеб поднимала. Там много программ разных. Очень классно. И вот эта конфорка офигительно работает. 2 минуты в кастрюле уже булькает. То есть класс. Обалденно. И холодильник. Что с холодильником? У нас холодильник был, он в гараже. Я вам сейчас покажу, в чем разница. Если вы видите, то здесь нету такого места, где наливается вода и где лед. Лед и вода занимает огромное место. Это система в холодильнике. То есть у нас вода наливается вот здесь. Вот сюда нажимаешь на кнопочку, и водичка льется. То есть, смотрите, холодильник большой. Он очень большой, он очень вместительный. Вот, и нету... Я вам сейчас покажу разницу, что в том холодильнике. Здесь такая в том холодильнике система. И занимает огромное-огромное место. Здесь место в двух дверках и на полочках. Обалденно шикарная. Это тоже Samsung, кстати. И здесь такая вот выдвижная полочка. А лед у нас... Я вам сейчас покажу, где лед. Лед находится вот здесь. Вот, видите, он уже заработал. Уже лед идет вот сюда у нас. Вот, здесь два как бы отделенница. Вот так вот. И очень прекрасно и замечательно. В общем, вот такие у нас две покупки большие. Вот, поменяли мы наконец-то эту газовую плиту, потому что она была невыносима, печь мне невозможно было. Так что скоро я буду что-то вкусненькое печь. Вот. Итак, покажу вам, в чем фишка из того холодильника. Тот холодильник тоже большой.
Он очень большой, сам по себе большой, но уместимость у него не сказала бы, что огромная. Вот автомат, свет включился. Вот, вот это наш как бы холодильник, который у нас стоял там. Он сейчас тоже работает. Он у нас направлен на то, что, чтобы соки хранить, какие-то продукты, которые мы не так часто используем. Что он фишка? Вот, он, видите, начинает сразу этот урчать. Вот, видите вот эту систему? Вот, охлаждение. Вот. Для воды, вот эта система для воды очень и очень много занимает места. Места в холодильнике здесь очень мало, намного меньше, чем в том. Да, здесь есть, сейчас я закрою. Здесь вот, здесь вот такое вот есть, такое отделение есть. И, в принципе, одни те же в морозильнике, то же самое вообще лежит. Но места в холодильнике очень мало. И у нас сосед Миша, он купил холодильник, ну, такой навороченный, здесь с телевизором в холодильнике, но вот с такой системой. И он вчера к нам пришел и говорит, что он жалеет, что он купил холодильник с такой вот штукой, потому что занимает огромное количество места. У нас все пиликает, пиликает. Вот, огромное количество места занимает вот эта система в самом холодильнике, и места для продуктов очень мало остается. Так что вы 100 раз подумайте, когда вы покупаете холодильник, где лед и вода, то есть outside, то есть снаружи, что вот эта сама система, она все равно должна где-то быть. И, соответственно, она занимает место внутри холодильника. И я категорически была против такого холодильника, чтобы купить вот как оно снаружи, вот этот вода и лед. Я бы хотела, чтобы это было внутри, чтобы у меня в холодильнике было большое количество места для продуктов. Вот эта система, она просто съедает. Вот, так что вот такие вот дела, можете нас поздравить. Сейчас я буду здесь убираться. Уборки здесь мне, как всегда, дофига. Сделать-то сделали, а убрать-то потом кому-то все это надо. Вот, потом я и поеду на каточки сегодня делать. Ура! Буду с новыми ноготочками. Но преображение-то должно продолжаться. Так что поехали убираться. Короче, ребят, погибла моя розочка. Все, она вся в паутине. Ее домой даже заносить нельзя, потому что погибнут все растения. Она погибла. Ее, в общем, обидно. Так жалко. Так жалко. Я ее так любила. Потому что я сомневаюсь, что она выживет. Ее домой заносить нельзя, погибнут все растения. На улице ее оставишь, она замерзнет, потому что теперь пад температуры вечером большой. В общем, я расстроилась очень. Окей, ребята, я после маникюра забыла камеру на телефон снимать. Вот смотрите, какой я сделала маникюрчик. Я сделала френч. Такой розовый бейсик и вот такой беленький у меня носики. Вот. Так что я теперь с новым маникюром. Немножко расстроилась. Я все думаю о своей розочке. Честно говоря, прям очень расстроилась из своей розочки. Ну ладно, купим новую. Так что поехала я домой. И, наверное, всем пока-пока, потому что сейчас мы тут в одно место, во второе место, будет не до съемок мне. Так что всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии.